Привет всем любителям открытого мира. Если вы ищете лучшие игры в разных жанрах с открытым миром на ПК, то определенно найдете для себя что-нибудь интересное в этой подборке. Каждая игра может по-своему предложить уникальные и красочные миры с интересным сюжетом и геймплеем. И неважно, любите ли вы исследовать всю карту и собирать всевозможные коллекционные предметы, или следить исключительно за сюжетом, большинство игр из этой подборки вам это предложат. Scars Above – проект, разработанный в жанре экшена, где мы отправляемся на просторы научно-фантастического мира. Исполни роль отважной девушки-астронавта, которая оказалась на враждебной планете и теперь ей нужно найти способ оттуда выбраться. Первым делом займись исследованием территории, находя инопланетные тела и изучая различные останки странных существ, чтобы узнать их происхождение и потребности. Все полученные знания ты сможешь применить в борьбе с оппонентами и многочисленными испытаниями по пути домой. Игра представляет массу возможностей и интересных событий, которые наполнены мрачными тайнами, а поэтому скучать точно не будет времени. Не обойдется без сражений с жуткими гигантскими монстрами, и именно поэтому нужно подготовить боевой арсенал, оснастив его мощным оружием и защитой. Графика игры привлечет крутым визуальным эффектами и захватывающей атмосферой. Sons of the Forest – игра, представленная в жанре хоррора, где все действия происходят с видом от первого лица. Мы отправляемся на один из островов, располагающихся на просторах Тихого океана. Это место скрывает в себе череду мрачных тайн, раскрыть которые намеревается наш главный герой. Исполни роль исследователя, который становится частью довольно опасного путешествия и постарается выжить, проходя сквозь преграды и опасности. Игра наделена держащей в напряжении атмосферы, и поэтому скучать точно не будет времени. Остров был некогда предназначен для некой тайной организации, которая ставила различные эксперименты и опыты. Все эти действия привели к ужасающим последствиям, породив жутких коварных монстров. Теперь тебе предстоит узнать, что же произошло на самом деле, ответив на важные вопросы и не распрощаться с жизнью. Графическое исполнение игры порадует реалистичностью, крутыми визуальными эффектами и звуковым сопровождением, которое еще больше дополнит и без того пугающую атмосферу. The Last Case of Benedict Forex – это захватывающее и мрачное приключение, которое перенесет вас в мир, наполненный запрещенными ритуалами, тайными организациями и жуткими убийствами. В роли Бенедикта Фокса, самопровозглашенного детектива, вы будете исследовать лимб разлагающихся воспоминаний, используя свою нечистую связь с демоном-компаньоном, чтобы погрузиться в сознание недавно умерших. Но это не обычное расследование, вы столкнетесь с демонами, как в переносном, так и в буквальном смысле, и будете перемещаться по сюрреалистичным мирам, где воспоминания и эмоции обретают физическую форму. Вдохновленная кошмарами Лавкрафта, наурной фантастической и джазовой музыкой начала 20 века, это лабиринтное приключение бросит вызов вашим навыкам и проверит вашу концентрацию. В этом таинственном мире ставки высоки, вам предстоит рассказать секреты огромного ветхого особняка, где была зверски убита молодая пара и пропал их ребенок. Это ваш последний шанс получить показания и найти преступника. Но берегитесь, особняк полон монстров, культистов и потусторонних существ, которые сделают все возможное, чтобы вас остановить. Forspoke – приключенческий фэнтезийный экшен с видом от третьего лица, в котором вы отправляетесь на просторы огромного мира под названием Акия и сразитесь со злом ради его обитателей. Девушка по имени Фрей спокойно жила в Нью-Йорке и ни о чем плохом даже не подозревала, пока внезапно, загадочным образом, не переместилась в мир под названием Акия. Более того, оказавшись тут, Фрей обнаружила у себя таинственный говорящий браслет и дар, позволяющий пользоваться магией. И теперь ей нужно во что бы то ни стало вернуться домой. Вот только сделать это будет непросто. Сначала придется спасти здешний мир и его обитателей от мистического древнего зла, ведь это и есть то, что было предначертано Фрей самой судьбой. Таинственный туман превратил здешних обитателей в ужасных монстров и земли сделал по-настоящему коварными и опасными. Но на Фрей оно не действует, а значит, вам предстоит взять на себя обязанность вернуть здешнему миру его прежний облик. Но для этого придется отправиться в длинное и опасное путешествие, сразиться с многочисленными врагами, среди которых будут и монстры, и мутанты, и ужасающие твари, о каких не никто из здешних жителей даже и не мечтал. Like a Dragon Ishin – это ремейк оригинального спин-оффа, выпущенного в 2014 году компанией Sega, эксклюзивно для японского рынка. События разворачиваются в Японии второй половины 19 века и рассказывают о прохождении самурая Сакамото Рёми. После неудачной драки главный герой оказывается в тюрьме и готовится к смертной казни. Но его чудесным образом спасет Йосида Тоги, но взамен ему требуется ваша помощь. А вместе со своим спасителем положите конец жестокому и несправедливому периоду правления Тоса. Ведь именно при них на первый план выдвинулись социальные классы, не позволяющие обычным рабочим достичь каких-либо высот. Отправляйтесь в опасное путешествие, столкнитесь с разнообразными противниками и продемонстрируйте свою силу на поле боя.
Ever Space 2 – увлекательная и динамичная игра, которая была представлена миру в жанре космического симулятора. Здесь тебя ждет полная свобода действий и открытое для покорения космическое пространство. Именно поэтому скучно точно не будет. Ты должен быть готов к крутым поворотным событиям, раскрытию мрачных тайн и ко всевозможным испытаниям на пути к поставленной цели. Ты возьмешься за исполнение роли отважного героя, который вместе со своей командой отправится на исследование многочисленных локаций. Стань частью масштабной экспедиции, которая важна для всего человечества. Каждая исследуемая тобой территория заполнена опасностями и преградами. Всегда развивай навыки главного героя и его команды, чтобы справиться с более сложными задачами в будущем. В путешествие ты отправишься на судне, которое также поддается всесторонней модификации. Корабль ты можешь оснастить различными дополнениями и оружейным арсеналом, который вскоре поможет тебе истребить оппонента. Твоя главная задача – выжить, а также раскрыть все тайные секреты, которые скрывают в себе эта необъятная вселенная. Shadow of Doubt – проект, разработанный в жанре экшена в сочетании со стелсом и детективным сюжетом. Вы отправляетесь на просторы альтернативного мира 80-х, где уровень индустриализации гораздо выше. Мрачный мегаполис наполнен бандитами, а местные власти приватизировали всю полицию, после чего все обязанности перешли к индивидуальным подрядчикам и корпорациям. Вам же предлагается исполнить роль профессионала своего рода, частного детектива, которому предстоит пройти немало испытаний, столкнувшись с большим количеством преград и опасностей, прежде чем он сумеет хоть что-то изменить в лучшую сторону, дав городу и его жителям надежду на светлое и безопасное будущее. Первым делом займитесь исследованием многочисленных локаций, ведь именно там ты сможешь раздобыть ценные ресурсы и информацию, которая поможет дать ответы на важные вопросы. Игра довольно непредсказуемая, отчего процесс становится гораздо интереснее. Чиа – яркое и динамичное приключение, где вся семья может отлично провести время. Мы становимся частью увлекательной прогулки по тропическому острову, наполненному тайнами и секретами, раскрыть которые будет не так-то просто. Познакомиться с главной героиней – совершенно необычной на первый взгляд девчонки, которая обладает секретной сверхспособностью перемещения собственной души в других существ или даже предметов. В родном поселении Чии главенство над всем взял коварный тиран, который похитил ее отца. Теперь девочка намерена встать на пути отмщения и во что бы то ни стало вернуть папу обратно. Данная игра подготовила массу приятных вещей для своих игроков. Это уникальное визуальное исполнение, наполненное яркими красками и приятной анимацией, а также захватывающая сюжетная линия, полная свобода действий и масса всевозможностей по достижению поставленной цели. Пройди все испытания, правильно примени свою способность, свергни тирана и спаси отца. Road 96 Mile Zero – занимательное приключение с трогательным сюжетом и интересным игровым процессом. Событие расскажет о крепкой дружбе двух подростков, которые находятся в разных мирах. Мы отправляемся в страну под названием Петрия, где критической точкой стала огромная разница между богатыми и бедными людьми. Жители страны вынуждены были разделиться на два лагеря, периодически сталкиваясь между собой в битвах и ссорах. История основана на дружбе между девушкой из богатого района и парнем из бедного, родственники которых максимально против их связи. Нам же необходимо помочь подросткам стереть эту ужасную грань и воссоединиться. Но сделать это, как оказалось, будет очень непросто. Сюжет игры способен затянуть с первых минут и порадует нас своим разнообразием и множеством ответвлений. Здесь лишь от тебя будет зависеть развитие и исход событий, поэтому важно принимать правильные решения и не допускать ошибок. Redfall – это масштабный шутер от первого лица с огромным открытым миром, захватывающим сюжетом и поддержкой кооперативного режима. Небольшой городок Redfall находится на острове в штате Массачусетс. Оказался захвачен вампирами. Отрезанные от внешнего мира местные жители разделились на два лагеря. Одни примкнули к новоиспеченным повелителям, а другие же всячески пытаются отыскать способ спастись из их лап. Отправляйтесь в захватывающее путешествие через множество локаций в попытке не только выбраться из проклятого участка земли, но и разгадать тайны происхождения существ, чтобы спасти уцелевших горожан от не самой приятной участи. Приготовьтесь к увлекательному игровому процессу, где динамичные сражения переплетаются с интригующим сюжетом, который будет держать напряжение до самого финала. Игровые персонажи с оригинальным набором умений и эксклюзивными ветками навыков позволят отыскать героя под свой стиль игры, а также трансформировать умения с помощью приобретенных способностей. Dead Island 2 – это возвращение полюбившегося многим ролевого экшена на фоне зомби-апокалипсиса. Неизвестный вирус добрался и до солнечной Калифорнии. Но это не повод прерывать отпуск. Приготовьтесь к захватывающим битвам с зараженными прямо на знакомых улицах Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Вам предстоит встретиться с колоритными персонажами и объединить свои усилия для выживания в новых реальных условиях сурового мира. Пришло время продемонстрировать свою изобретательность и соорудить необычное оружие, а после протестировать его на толпе.
толпах зомби. Рубите, кромсайте и получайте неподдельное удовольствие от разлетающихся в разные стороны частей тела. После выхода первой части прошло немало времени, и теперь фанаты наконец-то смогут насладиться продолжением уникальной саги об апокалипсисе. В свое время оригинал выделился нестандартным подходом к жанру, ведь он совмещал в себе интересный сюжет, насыщенный на события геймплей и динамические сражения. Теперь игроков ждут все то же самое и даже больше, ведь помимо обновленной графики, разработчики внесли множество интересных механик. Assassin's Creed Mirage – это захватывающий экшен от компании Ubisoft, ставший 13-й игрой в одноименной серии. Перенеситесь в прошлое, в 861 год, и вместе с 17-летним воришкой Басимом Имп Исхаком пройдите путь от карманника до профессионального убийцы под наставлением опытной наемницы Рошан. Вам предстоит присоединиться к незримым и помочь им обрести влияние в Багдаде, выполняя их поручения в различных областях города, а также столкнуться с Орденом Древних. Приготовьтесь к десяткам испытаний и затягивающему игровому опыту со множеством миссий, где на каждом шагу вас поджидает опасность. Действительно, Assassin's Creed Mirage сильно выделяется на фоне последних тайтлов студии и во многом схож с оригинальной игрой, выпущенной в 2007 году. В новинке геймплей полностью сфокусирован на повествовании части и стелсе с паркуром, а эпичные открытые сражения отходят на последнее место из-за сложности ведения боя. Все соперники представляют реальную опасность и запросто оборвут ваше приключение на самом интересном месте. Перед тем, как вступать в бой, вам предстоит хорошенько подумать и здраво оценить свои силы. К счастью, у вас всегда найдется план для побега, а разнообразие скрытых ловушек позволит придумать альтернативный план по зачистке улицы от противников. Какую игру и какой путь в этих играх выберете вы, зависит только от вас. И игра никак не накажет вас за это. Я постарался выбрать для вас лучшее, и поэтому хотелось бы получить обратную связь в виде лайков и комментариев под этим видео. На этом вроде как все. Спасибо за просмотр и всего хорошего.